Палетки Крымянского гальмного завода в этом году находятся в 4 районах. Непосредственно Крымянским, а так само Чачевским, Рогачевским и Речевским. Дон – культура потребовальная и до состава глебы, и до захования технологичной дисциплины. После сбора урожая вернуться на эти палетки можно минимум раз 5 годов. Еще один фактор, который оказывает значный вплыв на урожайность на дворе, все это оно оказалось не самым сприяльным, особенно до ранних посевов. Надежда есть у нас еще, как говорится, у нас 900 гектар для уборки, это посевы, которые были посеяны конец апреля, начало мая. Надеемся на лучшее. Будем стремиться убрать их вовремя, в течение, я думаю, 2 недель, если позволить нам погодные условия. Покуль на Крымянском льно заводе нарыхтовали каля 3000 тонн льну нового урожаю, кончатковая лічба повинна быть удвоя большей. Галоўнае цяпер по-господарски выкарыстаць гэтыя объемы. У мінулым годзе гэта не атрымалася, у выніку чаго значная частка вырашанага даволі высокага урожаю просто загінула. Ситуация тем больш неприемная, что 5 гадоў тому у Крыме провели модернизацию вытворчасці и почали працаваць по сучасных технологиях. Сёлета есть магчымасць леташняй помылки не повторить. Вот гэта практично готовая продукция Крымянского льно завода, так званая кулитка с длинногольного волокна. Потом их еще спрессуют в специальные тюки и отгрузят на Аршанский льнокомбинат. Там с этого льна вырубить тканину. Продукцию, вырубленную на Аршанском комбинате из мясового льна, у Крыме добро ведают. На льнозаводе она навод выкористовывается в якости подарунка у работникам до державных свят и особистых юбилеев. Узнагороджувать тут у вугле есть кого. Зараз предприемство працует у 4 смены без выходных. При этом тут не только вырабляют льноволокно, але и освоили выпуск брикетов страсты отходов в творчестве. Это достатково новый вид биопалива, який дозволяет отремливать теплоэнергию при минимальных выдатках. Навод при тем, что сёлета урожай льну меньше летошнего, его хопить, как задоволить все заявки. Брикеты фактически, особенно когда отопительный сезон начинается, востребованы. Мы уже подумаем устанавливать второй пресс, потому что все заявки обеспечить одним прессом мы уже не можем. Олег Сентеров, Евгений Макеенко, телерадио компания «Гомель».